В Кызылорде каждая из семи предпраздничных дней проходит под своим названием и тематикой. Началась неделя со светлого праздника Амал, затем День истории, чистоты, спортивных игр молодежи. Сегодняшний день в регионе посвятили 85-летию образования Кызылординской области. На городском Арбате провели церемонию Цаукисеры, перерезание пут для 85 малышей из малообеспеченных и неполных семей. Это один из самых старинных обычаев казахского народа. По традиции перерезать путы доверяют успешно и достойным людям, чтобы ребенок повторил его жизненный путь и шел по нему, не спотыкаясь. Здесь же прошел конкурс «Культау Сар» и свадебный обряд «Беташар». Атмосфера превосходная, несмотря на такую ветреную погоду, к нашу кызылординскую. Народу очень много, люди все дружелюбные. Здесь очень классно, много игр, забав. Мне здесь очень нравится, всех с Наурозом. Много людей собралось, очень весело и тепло, несмотря на этот ветер. И чувствуется прям такая энергетика Наурыза, что вот пришел Новый год.